Nirvana. Meet me in paradise. No more treading water. With you I feel alive. Здесь мы живем. Казалось бы, неприметная дверь. Такая красивая улица. И рядом главная площадь. Мой балкон. Поздний завтрак, как обычно, с видом на площадь. Вот это приятненько. Правда, еда мне не очень зашла, потому что зачем-то они в боулы добавили фрукты. Мне это вообще непонятно с овощами. Вот, и френч-тост, он не совсем такой, как в Америке, и как-то не очень. Ну, в общем, Джейкоб все это ест, а я вот пью кофе. Мы пришли за продуктами. И в силу того, что мы живем в центре, рядом с нами нет особо магазинов. Так что в большой такой супермаркет нам пришлось идти. И теперь нам придется идти обратно. Это мы вышли из супермаркета. И смотрите, какой у нас вид кругом. Джейкоб сделал фотографию только что. Там церковь красивая. Здесь красивые дома. И мы идем домой. Staying hydrated. Что мне нравится, здесь на улицах везде классный свет. Именно потому, что кругом тенек, сказала я и прошлась по яркому свету. Вот, кругом тенек, и куда ни пойдешь, везде, в принципе, очень приятно освещает лицо. Вот, я взяла кофе и иду домой. Это прямо рядом со мной, за углом. Вот такая красота. Ну, тут, в принципе, везде красота. Церковь сегодня закрыта, поэтому меньше народу. Кругом всякая вкуснота. Я остановилась вам показать, смотрите, сколько всего вкусного продают. На каждом углу какие-то пирожные, круассаны. Хотя мы вроде не во Франции. Вот. Приятные булочки. И, как я уже говорила, рядом со мной находится церковь. За углом от моего дома. Я просто не могу поверить, что мы каким-то образом взяли квартиру прямо по соседству вот с этой церковью. Вот там вот на углу вход в мой дом. Вот, извините, если я слишком часто об этом говорю. Вот, но просто я удивлена, насколько нам повезло с локацией. Просто, да. Единственный минус – это вечером, конечно, шумновато. Вот, но сейчас вроде получше. Я не знаю, кстати, почему эта церковь закрыта сегодня. Вот. И здесь, кстати, опять же, очень прикольно, что мне нравится, то, что вот такие кафешки везде, да, то есть ты взял себе что-то и сидишь рядом с видом на прекрасные здания, либо церкви, базилика это называется, да, или вот еще одна кафе, вот. То есть ты как будто бы сидишь в музее постоянно. Вот в Италии примерно так же, такая же история, мне этим она всегда нравилась, и здесь вот то же самое, куда бы ты ни пошел, это маленькие улочки, красивые здания и красивые уютные кафе. Вот. Правда, если честно, я не скажу, что мне сильно нравится еда здесь. Я не знаю почему, но кроме мишленовского ресторана, где было, безусловно, очень вкусно, на то он и мишленовский, обычные кафе как-то вот
ну, какая-то безвкусная еда для меня, если честно, я вообще в шоке, потому что в Рио в каждом кафе мне было вкусно, то же самое в Аргентине, причем это страны такие не особо, знаете, богатые на, в принципе, экономику, культуру и все такое прочее, вот, но почему-то вот в Испании мне пока не везет, вот, в Италии мне все нравилось, не знаю, 2 дня пока прошло, может быть, все изменится. Так как я еду потом в Россию, я решила, что мне нужно немножко теплой одежды, потому что хоть там и бабье лето, но немного уже стало холодать, как мне сказали подружки. Я зашла в Манго. Она, кстати, гораздо дешевле здесь, чем в Америке. Смотрите, какая клевая рубашечка. И брюки. Брюки тоже зачет. Сейчас мне еще кроссовки принесут. Смотрите, мне принесли, короче, кроссовочки. Это в стиле Golden Goose. Они стоят по $500-600, а в Манго вот такие же, очень похожие на подобие, стоят всего 40 или 50. Поверить не могу, что пиджаки в Манго абсолютно такого качества, как и в Заре, которые стоят $150, они стоят здесь всего лишь 50. То есть на $100 дешевле, можете себе это представить. Потому что точно такой же пиджак я купила в Лос-Анджелесе за 150. Смотрите, какой классный твидовый бомбический бомбер. Тавтология. Тот момент, когда что-то заказала и не знаешь что. В итоге принесли вот это. Вот так выглядит билет на метро. Мне понадобилось 15 минут, чтобы его купить. Станция метро. Представляете, ребята, мне потратилось 15 минут, чтобы купить билет на метро. Потому что я не понимала, как мне вставить карту так, чтобы она сработала. В общем, мне помог дядечка. Потом я еще, правда, минут 5 пыталась понять, какой терминал работает, чтобы мне туда пройти. В общем, я думаю, что Нью-Йоркское метро сложное. Но это, видимо, знаете, дело привычки. Так, ну вот подготовка к нью-йоркской зиме. Этот пиджак, я, если честно, не думала, что у них есть что-то стоящее такое, прям теплое, потому что, если вы помните мой влог из Лас-Вегаса, там были только укороченные пиджаки зимние, но этот очень толстый. Там, я не знаю, мне кажется, 3 слоя пуха. Он прям очень жаркий. Ну, это то, что надо, на самом деле. Для Нью-Йорка. Боже, смотрите, сколько их. Смотрите, какая красотища. Okay, go ahead. Вкусно? It's okay. Смотрите, какая красота. Если у меня не упадет телефон. Красота какая, да? Okay. Это вообще что такое? Вот кока-кола какая-то очень странненькая. А вот это вот вообще что? Чупа-чупс. Я такого даже не видела. Нести видела? Ну, в общем, да. Thank you.
Последний день перед моим отъездом в Россию. Завтра я вылетаю в 8 утра в Москву. Вот, я прям даже нервничаю немножко, потому что я не была там 2 года. И каждый год что-то новое вводится, новые правила. Вот, сейчас у нас что, 2023 год, сами все знаете. Вот, поэтому надеюсь, что все будет окей. Я лечу туда с 2 паспортами, вот это больше всего меня заставляет нервничать, потому что, по сути, ты должен вылетать из страны с тем же, с каким ты влетел. То бишь, я влетела с 1 паспортом, вылетаю я, правда, с русским. И, в общем, я надеюсь, что все будет нормально. Вот, а мы сейчас идем на завтрак. Смотрите, какой красивый город. Вышли на ужин, и Джейкоб ездил по барам, и ему рассказали, что вот эта девушка показывает на бар, где раньше были проститутки. Вот такая история. Это улица Красных Фонарей. Раньше была в Испании, но теперь это просто бары. Мы катаемся на лодочке. Jungle Adventure. На джунгли. У нас рядом с домом есть парк, и мы здесь уже были с Джейкобом, но на лодке мы не катались. Поскольку приехала мама, мы решили прокатиться на лодке. Вот, очень круто здесь. Мы пришли самые первые сегодня. С рано утром мы взяли кофе. Еще никого нет. Обычно здесь очень много лодок. Прекрасно. Салат Бурата Heaven называется. Смотрите, как красиво. Смотрите, какие необычные яйца Бенедикт. У них булочка сделана с активированным углем. И соус я попросила на сайте. И у Джейкоба такой вот тост с яйцами. И все это вместе нам обошлось в 38 евро. It's like an orchestra. Jacob, how do you like that? Thank you.
Смотрите, какой классный топ. Я хотела такое платье, но платье все продано. Остался топ. Чуть-чуть мне маловат, правда? Ну, не знаю. Он небольшой, поэтому Джейкоб держит сзади топ. Маленького нет. Don't wanna let you go, I need that feeling.